Продолжаем говорить о событиях в мире. Свыше 280 миллионов человек в 59 странах мира столкнулись с острой нехваткой продовольствия. Это данные ООН по 2023 году. Показатель на 24 миллиона больше, чем годом ранее. В продовольственной и сельскохозяйственной организации заявили, военные конфликты, экстремальные погодные явления, экономические потрясения – три основные причины, вызывающие продовольственные кризисы. В докладе отмечается, что 36 стран сталкиваются с голодом уже 8 лет подряд. Более 80% людей, живущих в условиях острой нехватки продовольствия, связаны с сельским хозяйством. Единственным наиболее существенным фактором проблемы являются конфликты и насилие. Это стало основной причиной в 20 из 59 стран. И в абсолютном выражении это ключевая причина для наибольшего числа людей, столкнувшихся с кризисом.